котик скажет мяу, а енотик скажет... Я не мужчина! Погнали! Считается. Не считается. Считает. Вообще не считается. Рот закрой. Леночка, мульмочка моя, пупочка моя, кисонька. Я хочу твою маму, зая, позови Лену. Ну, уже на маму переключился. Рот закрой. Я везде успею. А ничего, что ты там, где ты хочешь побывать, я давно уже побывал. Чего? Извини. Посмотри, пятый отряд. О, два пидораса вместе в одну дырку залезли. Трыч и батуа. Вот это вас, суку, блядь! Иди ты нахуй! Осуждаю. Тварь, да, сука? Видели, да, сука, тварь какая? Это Трич, понял, он хочет, думает, сейчас выиграть, типа, и такой, прикинь, да, такой думает, сейчас такой сделаю монтаж красивый, типа, я остаюсь один, и он один, и я такой, раз, его побеждаю, вот это, бля, будет видео. Слышишь, дружочек, бля, ты будешь у меня сейчас мою байдарку лекать. Куплинов, это же кукол. Да. Я один известный кукол. Я один здесь самый серьезный мужчина из всех мужчин серьезных. Вот это лох! Вот это лох! Все, остальные нормальные бойцы. Вась, это пятая команда, самая лоховская. Все лохи там. Да. А, Лэдбо, ля, 74 кролика налетело, жесть. Я предлагаю следующий марафон-фест. То есть взять всех девочек из чата и всем им дать модерки, а всех мальчиков лишить модерки. Как тебе? Круто, во. Хорошо, я подумаю над этим. Спасибо. Дочка Ника Вучича воткнула в папу 4 спички и выиграла конкурс детских поделок. Так, ну что, символичное место. Место прессинга школьников в школе. Пожалуйста, идем прессовать шкилу. Смотри. Деда, привет. Привет. Слушай, придумал такую концепцию. Какую? Ты можешь попросить Пенчиса попробовать спародировать твой голос? Мой голос Пенчиса? А, да не, вряд ли. Что ты такое придумал? Ерунду какую-то. Я могу. Не нахуй отсюда. Вот я могу Пенчика голос пародировать, а он не нет. Он мой не может. Ой, блядь. Пиздец, ты так был близок к этому, но не смог. Растерялся. Женщина, вылазь с машины, женщина. Зомбушка. Зомбушка помер, вот. А? Ага. Бархатный. Деда, деда, не надо. Не надо! Бархатный. Оживите, блядь! Блядь, повезло, сука, бархатная тварь, блядь. Думаешь, ты быстрее, что ли? У меня 3 литра, у тебя 2, поймаешь? Так, ну что, подъезжайте, наверное, потому что шансов нет у вас. Подъезжайте ко мне, просто похлопаю и все. О, бархат. Калини, ей домой, не сюда! Ха-ха, блядь. Красиво бархат улетел. Бархатный УАЗик. Куда, Роненька? От судьбы не уйдешь. Что на роду написано, того не миновать. Пока. Пока. О, нормальный дос. Отправь
попросил тебя сосать, ты же мне пообещала. Ну что? Ну что, мальчики, поиграемся теперь по моим правилам. Ну что, И что, И что, спрашиваю, и что, У тебя женские правила, чувак. И что, И то, И что, И то, И что, И то, И что, И то, Хорошая попытка. Ты что? О, мальчик мой, по-моему, ты что-то перепутал. И что? И что? И что? Сасамба олд хуямба! Жбышенко рыцарь, Жбышенко победоносец! Школьники! Я закон! Я ваша власть! Вы ноль, вы просто ноль! Зиро! Изи, чиная, просто изи-брызи, лихтинг лайф! Еще хотите, чтобы я вас попустил? Вы хотите этого? Я могу это сделать физично. Хорошо, реванш. Реванш, ладно. Сверу, из машины не выходил. Вышел только тогда 5 человек осталось. Ням-ням-ням-ням. А надо было выйти прям типа под колеса, наверное, прыгнуть. Да, Миракле Эдге? Ты, наверное, хотел, чтобы я прыгнул типа под колеса. А я не смог, я не захотел. А ты так ждал меня. О. 100 женщин обрабатывать придется. Изичайше. Да. Погнали, пасыки. Вот это сейчас, конечно, будет люто заруба. 100 челиксов против 1 челикса. Играть не умеет, а пишет про какие-то настройки. Да, Дубадуб аж бедный заплакал, ему стало стыдно за тех, кто проиграл. И он даже ушел, прикинь, Дубадуб, да. Ну, потому что он нежный очень мальчик. Дубадуб, да. Но мне он очень нравится, он красивый парень. Я бы с ним бы... Был бы я женщина, я бы трахнул Дубадуба. Не, если бы я был бы женщина, я был бы проституткой 100%. Блин, а проституткам классно, блин. Они кайфуют, их ебут, и они еще за это получают деньги при этом, блин. Ебать, прям как ты. Ты что, дурак? Ты что делаешь? Сюда, сказал! Иди сюда! Иди сюда! Да отстань ты от меня, блядь! Иди сюда, я сказал! Иди сюда! Пошел отсюда! Да. Сейчас будет кишкотрясное действие. Со стороны Олдмана. Да. Нюхай землю, череп! Ты че, блядь, уже уйди отсюда! Ну шо ты? Ты чего? Мне как раз это надо. Привет. Пока. До следующего. Да, нюхай сраку. Сраку, школьник. О, мегалюль с мамей. То я тебе сейчас пососу, блин. Я пососаду. Где она, блин? Я отсюда. Алло, проститутка, вылазь, не трогай дроп мой. Остаться сломой, да о боже! А тут что, его мама играет? Или что-то с ней как-то общается часто? Проститутка, говорит, его мама. А где, как ее зовут? Светлана? Это не важно. Да. Что ты тут делаешь? Ха-ха-ха, дурак. Деда, я твою мать знаю. Ой, бля, я пошутил. Лысая девочка. Лысина небесе, да светится имя твое. Лысая женщина. Женщина. Как же ты? Оставляй двушку. Мега. Смеюсь тебе в лицо, женщина. 45 женщин осталось, все меньше. Франсуа, май фраза. Женщина. Привет.
Пригожин, я основатель ЧВК ВАГ. А? Я хочу пицца. Я хочу пицца. Здрасте, а я не хочу пицца. Я хочу пицца. Я хочу. Хочешь не дать тебе соснуть? Я хочу пицца. Я хочу пицца. Ой, сука, я убил почти всех, но меня залагало в конце, меня зона убила.